Всем привет! Я Рэй. И это рубрика «Вызов принят». Спустя 6 месяцев мы ее снимаем. Ужас. А этот выпуск принадлежит Кевину, брату Джеймса. И у ребята всем приветик. Я Кевин, и это мой выпуск. Первое задание будет задавать Роберт. Привет, Кевин. Я надеюсь, ты выполнишь мое легкое задание. А почему легкое? Я хочу сложное. Извини, больше ничего не пришло в голову. Ты должен нарисовать себя и Джеймса с закрытыми глазами. Легкотня. Это еще не все. Нужно сделать так, чтобы вы были очень похожи на себя. А, и самое главное, завяжи глаза. На, завяжи вот этим шарфом. Хорошо. Ну вот, и я готов рисовать. Все готово. Да, получилось то, что я и ожидал. Вот это Джеймс, а это я. У Джеймса рога, потому что он козел. Отличный рисунок получился. Да. Ведь я же намного лучше его, не так ли? Следующее задание задаст тебе Эшли. Привет, Кевин. Привет, дурочка. И какое же ты мне задание задашь? А я почему дурочка? Забудь. Задавай мне задание и вали. Придумай песню для Скай. О, вот это мне уже нравится. Хорошо, можешь идти. Ребят, я вам не говорила этого, но я всегда ревновал Скай... Но я всегда ревновала Скай к Джеймсу, потому что она мне всегда нравилась. А потом я на это забил. Все потому, что она не понимала моих намеков. Вот и все. А Джеймс очень глупый. И как можно вообще с таким водиться? Не понимаю. Ну ладно, мне это задание очень даже нравится, поэтому я выполню его. Что? Прости, не хотела. Случайно получилось. А ты что-то хотел? Ну да. Ну что-то хотел. Просто я хотел сказать, что я придумал тебе песню. Понятно. Черт. Даже не хочешь послушать? Нет, не хочу. Потому что я уверена, что это очередной твой подкат. Нет! Хорошо, можешь спеть. Но главное, чтобы нас не увидел Джеймс. Да. Скай, ты почему такая крутая? Ты ведь знаешь, что я ревную тебя. А Джеймс, он тупой. Ты его недостойна, ты достойна меня. Пожалуйста, обрати на меня внимание. Пожалуйста, заметь меня. Не игнор меня. Потому что ты мой идеал. Эй! Пожалуйста, иначе я буду плакать, если ты скажешь нет. Класс. Очень круто. Ну и ладно. Ну, спел ей песню. Ей очень, наверное, понравилось. Но она сказала, что моя песня классная. Значит, ей понравилось. И я не понимаю сарказма. Да. Итак, следующее задание тебе задаст Коди. Привет, Кевин. Наверное, ты не очень рад меня видеть. Но я задам тебе задание. Я слушаю. Очень внимательно слушаю. Изобрази фейерверк Сэму.
О, вот это уже поинтереснее задание. Спасибо, Коди. Ладно, изображи фейерверк Сэму. Ага, привет, Кевин. А ну стоять! Что ты хотел? Птыщ, пух, пух, птыщ. Дурак! А, какие же тупые у меня снимаются на студии. Просто слов нет! Кто же мне задаст следующее задание? Следующее задание тебе задаст Дилан. Хей-хей-хей, приветик, чел! Привет, дурачок. Ну и какое же ты мне задание задашь? Станцуй танец больного человека. А может, его надо станцевать тебе? Нет, ты станцуй! Еще чего? Вот будет мой выпуск, тогда и буду делать все, что мне скажут. А это твой выпуск, поэтому ты должен выполнить. Как же ты меня бесишь. Окей, хорошо, я выполню танец больного на всю голову. А следующее задание тебе задаст Челси. Ой! Обязательно надо было ходить по ракушкам. Так нужно это было сделать. Итак, Кевин, вот тебе задание. Как бы тебя звали, если бы ты был девушкой? А теперь ты должен придумать и приготовить блюдо с таким названием. Тоже очень необычное задание. Ну, меня бы звали Кевинина. А теперь посмотрите на блюдо, которое я приготовил. Вкусно же смотрится, правда? Тут и ягода, огроменный банан, и арбуз, и какой-то хлебец. Вот только теперь ты должен это попробовать. Вот это все съесть? Да! Ну, если вы желаете мне смерти, то тогда я не буду это есть. А так мне самому интересно попробовать. Очень необычно. Теперь мне надо в себя впихнуть вот этот кусок. Необычно кисло и... сладко одновременно. Мне понравилось. Если хотите приготовить такое же блюдо, то все ингредиенты были перед вашими глазами. А теперь Кевина ждет задание из Ютуба. А выйти на улицу и признаться первому встречному в любви. Окей. Ой! Ты чего хотел? Буча, послушай, я давно за тобой наблюдал. И я хотел сказать, что я люблю тебя. Да, слышь? Ты, кажется, что-то попутал. Ты же пошутил. Я не понимаю таких шуток, понял? Отпусти, пожалуйста. Это... мне задали знание, но вызов принят. Не смей такие задания выполнять. Понял? Бабам говори слова такие, а не мужикам. Все, свободен. Ну вот и все, мой выпуск окончен. А вы, наверное, уже догадались, кто будет в следующем выпуске. А в следующем выпуске будет Роксана. Я буду ждать этих жестких заданий. Хорошо, можешь идти. Это был весь выпуск.